Идет ли эфир? То есть понять, удалось ли нам выйти в эфир. Коллеги, видите ли вы меня? Слышите ли вы меня? Напишите, пожалуйста, пожалуйста, напишите в чате, видите вы меня или слышите ли вы меня. Нашли где чат? Я специально чуть-чуть пораньше, на 3 минутки вышел в эфир, для того, чтобы все нашли, все подключились, написали что-нибудь в чате. Оксана, привет. Так, кто еще знакомых вижу в чате? Если смотрите в прямом эфире, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Я отправил сегодня с утра рассылку по сценарной мастерской, так что надеюсь, что, может, из старых наших ребят, из старой гвардии кто-нибудь присоединится. Так, привет-привет! В это прекрасное, прекрасное понедельничное выходное утро. Так, есть. Народ подключается. Да, я тоже соскучился. 2 года! 2 года мы с вами фигачили каждую неделю, каждый понедельник. И вот мы закончили этот большой этап. Не знаю, что будет дальше. Есть разные мысли, разные идеи по этому поводу, но надеюсь, что к концу лета какое-то прояснится понимание. И вот давно я хотел, несколько лет я планировал это сделать, планировал сделать курс по написанию пьесы в нашей сценарной мастерской. Совершенно точно мне, я знаю, как его сделать, мне есть что сказать по этому поводу, есть опыт, и я думаю, что есть и потребность в этом, есть и необходимость сделать курс по написанию пьесы. И, естественно, как и всегда, и долго я никак не мог найти ему место. Понятно, что у нас есть 4 курса в мастерской, да, есть базовый, есть сериальный, есть полнометражный, есть курс по роману, да, вот 4 курса в течение года мы проводим. И куда тут втиснуть еще курс по пьесе, ну, никак не влезает, он не помещается. Я думал, может быть, делать его через год, да, 1 год делать курс по роману, 1 год делать курс по пьесе. Но мне очень нравится курс по роману, и он очень успешен в смысле, и в смысле тем, и в смысле отклика участников, и в смысле результатов. То есть романы публикуются, романы становятся бестселлерами, романы наши выигрывают какие-то премии, да, вот прямо сейчас роман Гартерикс Юлии Идлис, роман Павла Манылова «Папа», да, штурмуют вершины бестселлеров. И в итоге с тяжелым сердцем я решил отстрелить курс базовый сценарный в нашей мастерской. И это первый курс, который там 8 лет назад начали делать, и он, естественно, большой популярностью пользовался, большим успехом, всегда его раскупали очень быстро. Но я решил, что сейчас все-таки время немножечко изменилось, да, и люди какую-то, ну, совсем такую базовую базу сценарную уже знают, которые приходят учиться сценарному мастерству, и то, что важно, я смог растворить в наших сценарных курсах, в сериальном, в полнометражном, перенести в них и освободил место для написания, для курса по написанию пьесы. И вот набор на этот курс идет прямо сейчас, уже там половина, треть так точно, я не помню, сколько там уже к половине мест занято. И как всегда, перед началом каждого нашего курса я провожу бесплатный недельный тренинг. Раньше у нас в это время я проводил сценарий за неделю, в этот раз я провожу тренинг пьесы за неделю. И как всегда, это, ну, и какая-то реклама этого курса, естественно, я надеюсь, что мне все вы в мастерской не нужны, мне отсюда надо, ну, может быть, человек
там 8, может быть, 10, 12, если придут с этого курса, все хорошо будет, потому что остальные и так там заявки подают и раскупают. Также это, ну, помимо рекламы, это, ну, некая вводная программа. То есть я буду давать здесь в течение этой недели, буду давать какую-то базовую информацию. И я рассчитываю, что все участники курса по мастерской пройдут и хотя бы прослушают эти лекции. И мне не надо будет тратить время тогда, когда мы будем с вами писать большую пьесу для большой сцены. Окей, так, все. Мы начали, и я немножко тут языком поболтал, чтобы все подключились, чтобы все нашлись, и вот мы начинаем. Значит, если вы будете делать все, что я скажу, то к концу недели вы напишите одноактную пьесу. Как всегда, это сделают не все. Всегда на бесплатных тренингах очень большой отсев. Да, и в начале, там, условно говоря, первое занятие, там, 1000 человек смотрит. Там, сейчас вот у нас в эфире там сколько? 90 человек в прямом эфире, да, в записи еще там по 1000, по 2 смотрят. Вот. И понятно, что к концу останется человек 50-60, и это, в общем, это вполне нормально. Давайте так, напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас здесь впервые, кто уже проходил какие-то мои курсы. Давайте мы, что называется, установим контакт. Познакомимся. Кто уже проходил какие-то мои тренинги. И пока вы пишете, я оглашу правила, расскажу, что здесь будет происходить. Вы одной рукой пишите, а другой рукой слушайте то, что я говорю, чтобы нам время экономить. Значит, смотрите, занятия будут в прямом эфире проходить здесь, ВКонтакте. Занятие длится примерно полтора часа. Все будет зависеть от ваших вопросов. Будет одно занятие, по-моему, третье будет маленькое. Там совсем маленький по объему урок. Может быть, там вообще за полчаса, за 40 минут уложимся. Запись будет оставаться в закрепе вверху страницы. Вот заходите на мою страницу ВКонтакте. Естественно, все подпишитесь, если вдруг кто-то еще не подписался. Сейчас страница ВКонтакте – это моя базовая страница. Вся я живу здесь. Все остальные страницы наша команда забирает тексты и раскидывает по остальным площадкам. И Facebook, и Insta – это все как бы второстепенные площадки. Главное – это ВКонтакт. И запись остается 24 часа. Тоже советую прям в избранное сохранить, чтобы сразу заходить и находить. Потом запись будет убираться из закрепа, но будет оставаться в видеозаписи. В раздел видеозаписи видео кликайте, если старые уроки какие-то надо посмотреть. И находите сразу же. Значит, по поводу рассылки. Те, кто оставлял мейлы. Я не питаю иллюзий по поводу рода человеческого. Я прекрасно понимаю, что половина участников не выполнила условия, не писала пост, не подписывалась на рассылку. Бог вам судья. Просто мой опыт показывает, практика показывает, что люди, которые выполняют все условия, более эффективны, более продуктивны, лучшие результаты получают. То есть это тот случай, когда, ну, как бы, пытаясь схалявить, вы сами себя и наказываете. Ну, ваше право, все взрослые люди. Значит, все адреса, все мейлы, которые вы вводили в рассылку, все сохраняются в рассылке. И письма со ссылкой отправляются всем участникам каждое утро. Не надо мне писать, особенно не надо там на мейл писать, в комментариях не надо писать, а я не получил письмо, ну не получил. Опять же, на той же странице, на сайте на моем, да, где страница об объявлении, объявление о тренинге, там в самом верху большими красными буквами написано, что тренинг проходит вот здесь, по ссылке. Заходите и слушайте. Соответственно, если письмо не пришло, либо вы неправильно указали адрес, либо письмо попало в папку спам. Все, никаких больше других вариантов нет. Потому что, как вы понимаете, я вручную адреса не удаляю. Единственное, что через какое-то время, в течение месяца, если вы письма не открываете, то система вас от рассылки отписывает автоматически. А так все письма получают, где-то там чуть больше 2000 участников
в рассылке в нашей, периодически я там по будним дням отправляю туда какие-то письма контентные, вот, тоже читают всегда, там, как правило, какая-то полезная информация в рассылке имеется. Значит, дальше, в 12.00 будет появляться новый урок, будет проходить в прямом эфире с понедельника по воскресенье, каждый день в 12.00. Предыдущий урок будет удаляться из закрепа. Кто не успел, тот опоздал, ищите его дальше в разделе видео. Домашка будет даваться в течение каждую неделю, и домашку нужно будет выполнить в течение 24 часов и ответ написать в комментариях. Мы начнем с легких заданий, которые будут становиться постепенно все труднее и труднее. Если вы сделаете все по порядку, вы повышения сложности не заметите. Если будете пропускать первое занятие, посмотрите и скажете, да, что там, простое занятие, ничего не буду делать, посмотрю, просто посижу, послушаю, да, посмотрю, что дальше будет. То очень быстро, занятию где-то к четвергу, вы перестанете вообще понимать, что происходит. То есть, если по порядку все сделаете, не заметите повышения сложности. И с удивлением в воскресенье скажете, о, нифига себе, пьеса написалась, как так получилось. Если пропустите, ну, просто сольетесь. Тоже нормально. Обязательно должны быть, обязательно кто-то должен стать гумусом, кто-то должен стать удобрением, на котором вырастут другие, более упоротые и более дисциплинированные, вырастут прекрасные творческие цветы. Сразу прошу вас освободить пятницу по возможности. Если вы работаете, лучше даже взять отгул на пятницу и субботу. Там будет много работы, особенно пятница. Пятница у нас с вами будет прям ударная. Дальше, пожалуйста, не пишите мне никаких личных писем на mail, не присылайте мне домашку свою на mail, не присылайте мне вопросов на mail, ни в личку, ни в каких там других соцсетях. Все общение по тренингу происходит здесь. Вопросы вы можете задавать в течение эфира в чате. Я на все вопросы буду отвечать. Мне очень сильно мешает, когда люди начинают мне писать с какими-нибудь, ну, глупыми организационными вопросами, типа, а я рассылку не получил, а где там, ну, и задают вопросы, которые я там уже отвечал там 500 раз. Это реально очень мешает, потому что, ну, поверьте, вести тренинг большой по объему достаточно, плотный, интенсивный, это серьезная нагрузка. При этом с меня другой моей загрузки, да, творческой нагрузки, мастерской, я веду курс по роману сейчас, ее тоже с меня никто не снимал, поэтому я, ну, мне это отвлекает и мне это мешает. Дальше, никакого мата, друзья мои. Пожалуйста, в мастерской у нас мат запрещен. По поводу текстов вопрос отдельный, мы об этом отдельно поговорим. В целом, по поводу текстов я против и мата в текстах. Хотя бы в силу того, что это незаконно. В настоящее время, да, существуют определенные, в Российской Федерации существуют определенные законы по поводу мата в художественных произведениях, и, соответственно, там в романе он может появиться, ни на сцене, ни в кино вы не получите просто прокатное удостоверение, поэтому никакого мата. Дальше, никакой политики, никакой национальной, никакой религиозной розни, пожалуйста. Это тоже эти три темы в нашей мастерской, и не только в открытой мастерской, и в нашей закрытой мастерской, в нашем монастыре, они тоже являются табу. Две причины этому. Первая причина тому, что если вы пишете о каком-нибудь вот таком конфликте, политическом, национальном или религиозном, не нулевой шанс, что в мастерской может оказаться человек с другой стороны. А за время существования мастерской, за эти там, 15 уже лет, происходило огромное количество конфликтов,
И в мастерской довольно часто оказывались люди с разных сторон конфликта. И, соответственно, моя задача сделать так, чтобы люди хотя бы в мастерской друг другу в глотку не впивались, а занимались творчеством. Вторая причина, по которой я считаю, что об острых политических, национальных, религиозных конфликтах писать нельзя, нужно, чтобы прошло время. Прямо сейчас идет горячий конфликт, и понятно, что если вы каким-то образом к нему имеете отношение, или он вас каким-то образом касается, естественно, для творческого человека законное желание немедленно о нем написать. Я считаю, что вот это вот по горячим следам писать, это неправильно. Нужно, чтобы прошло время. Да, то есть о Великой Отечественной войне лучшие произведения были написаны в 60-е, в 70-е годы, а не по горячим следам. Вот. Более того, я считаю, что о том, что происходит сейчас, будем писать не мы, а будет писать следующее поколение писателей по нашим рассказам. Дальше. Никакой рекламы. Не надо, пожалуйста, в чате писать, а вот я психолог, или я хихихолог, или еще кто-то. Там я этим занимаюсь расстановками, еще чем-то, за это сразу же бан вне всяких разговоров, без всякого предупреждения. Никакого разжигания розни, троллинга и так далее. Да? Тренинг ведется, и все пьесы пишутся на русском языке. Обратная связь, ответы на вопросы я тоже даю все на русском языке. Если вам что-то не нравится в этом тренинге, вас здесь никто не держит, вас здесь никто не заставляет это делать. Если вам не нравится, что я экаю, бэкаю, мэкаю, заикаюсь, говорю что-то путано, тренинг рождается прямо сейчас, да, то есть я его впервые провожу, и что-то я знаю, как будет происходить, а что-то меняется прямо на ходу, меняется и докручивается прямо на ходу. Конспект очень часто переписывается после каждого урока, когда я работаю. Это как-то вот стало стандартным в нашей сценарной мастерской, что все время идет какая-то докрутка, идет какие-то изменения. И, естественно, без шероховатостей не обходится. И вот если вы хотите сообщить мне об этом, что я что-то где-то заикнулся или еще что-то, ребят, не делайте этого, пожалуйста. Если вы со мной не согласны и хотите со мной поспорить, да, а я вот поэтому, а у меня другой опыт, да, вот у вас, Александр, в театре такой опыт на театре, да, а у меня вот такой опыт. Ребят, не делайте этого, это мой тренинг, я его веду, ваш опыт оставьте при себе, и когда вы будете вести свой тренинг, вот там вы расскажете о своем опыте, а я здесь рассказываю о своем. Никаких особых предупреждений не будет. После первого же нарушения следует бан. Всех люблю, все хорошие, но, ребят, жесткие люди, они бывшие мягкие. Вот я бывший мягкий. Еще один важный момент. Надеюсь, что вы понимаете, что это бесплатный тренинг. Я буду отвечать на вопросы, но я не буду давать обратную связь по вашим текстам. Обратную связь по текстам я даю только в мастерской. На бесплатных тренингах этого не происходит никогда, потому что иначе зачем вам будет приходить вообще в мастерскую, если я на бесплатном все у вас прочитал, все разобрал и так далее, да, то есть этого я не делаю. Я провожу этот курс в том числе для того, чтобы рекламировать сценарную мастерскую, а именно курс по написанию пьесы трехмесячный, который начнется в сентябре. И если вы хотите, может быть, если вы еще не приняли решение, но уже сейчас, услышав то, что я сказал, вы поняли, да, мне это подходит, я хочу учиться на этом курсе, прямо перед глазами у вас ссылка, проходите, подавайте заявку, оплачивайте и занимайте место в мастерской. Но это будет, я думаю, что вы все ходили на инфобизнесовые марафоны и знаете, что, как там все это происходит. Да, людям дают 3 минуты контента, да и то не контента, а какие-нибудь истории продающие рассказывают. Потом полтора часа продают платный курс. Да?
Представьте, что с вами произойдет, если вы не купите этот курс. Ох, как вам больно будет, ох, как вам плохо будет, ох, как вы жизнь просираете свою. А теперь представьте, что вы купили мой курс. Ох, как вам хорошо и так далее. Раскачка по эмоциям. Я этой херней не занимаюсь. Никогда не занимался и никогда, надеюсь, не буду заниматься. Я как бы, естественно, буду упоминать о том каждый раз, на каждом занятии, кроме тех случаев, когда я буду об этом забывать. Я думаю, что и забываю я тоже часто, потому что и так мастерская продается. Но вот так вот навязывать, наваливать и продавать я ничего не буду. Если у вас будут какие-то вопросы именно по мастерской, когда занятия проходят, как долго занятия и так далее, да, это все... на какой платформе, это все вы задавайте, я вам отвечу. И важно, если вы не готовы оплатить мастерскую, заявку, на всякий случай заявку не подавайте, потому что если вы просто подадите заявку, но не оплатите, ничего интересного не произойдет, кроме того, что вы в течение следующих 10 дней будете каждый день получать напоминающее письмо от робота. Ничего в этом как бы ничего в этом интересного, занятного, развивающего нет. Вот базовая информация о том, как все у нас здесь будет происходить. Если по этому пункту что-то непонятно, задайте мне вопросы. Если вы согласны с этими правилами, напишите «согласен» или «согласна». Если не согласны, справа вверху у вас на компьютере есть такой вот крестик. Нажмите его и покиньте наш вебинар. Если есть вопросы, я готов на них отвечать. Так, теперь гляну, пока вы пишете, посмотрю, кто у нас тут есть. Так, Акбата есть, вижу. Светлана Беличко. Знакомые имена вижу. Так, прошла 3 курса в мастерской, уже на курсе пьеса. Супер, да. И я хочу, собственно, всех участников курса пьеса, кто уже оплатил, я тоже хочу здесь видеть. Мы с вами будем потихонечку готовиться к тому, чем мы будем заниматься осенью. Александр Люлька, прошел бесплатный сценарный еще несколько. Александр, я уже, идите уже, заработайте денег и придите уже нормально в мастерскую, пройдите какой-нибудь курс в мастерскую. Лучше романный в следующем году, мне кажется, вам подойдет. За год можно накопить деньги на мастерскую. Так, проходил ВП деньги. Так, проходил самодисциплина. Прошла 2 сценарных мастерских. Леша Ходорыч, 4 мастерских, базовая адаптация. Да, Леша был 42-м участником, который оплатил наш первый базовый сценарный курс. Почему это важно? Погуглите. Так, Светлана, Равиль видел вашу оплату курса пьесы, очень рад, буду рад увидеться вам в мастерской. Так, сколько семинар будет по времени? Ну, я про это уже говорил, примерно 1,5 часа каждое занятие. 3-е занятие будет короче, там быстро все скажу. Так... моя. Да, рассылка у нас, она живет своей жизнью. Я там высылаю какие-то старые тексты и новые тоже постоянно отправляю. Будет ли, по вашему мнению, большой ошибкой смотреть тренинг не в прямом эфире, а позже? Я считаю, что большой беды в этом нет. Да, например, если для вас там надо весь график порушить, да, и у вас сейчас 5 утра по вашему времени, например, да, конечно, можно в записи посмотреть, без проблем. Просто я считаю, что в прямом эфире другая энергия совсем, да, то есть вы чувствуете меня на другом конце провода, я чувствую вас, и это, да, у нас с вами идет какой-то живой разговор, мы общаемся, и я тоже очень люблю вот эту энергию прямого эфира. Так, еще бы кто-то написал... Не согласен. Можно внести предоплату. У нас только предоплата. У нас нет других вариантов. Только 100% предоплата. За практическую магию огромная вам благодарность, сработала. Я считаю, что это честно, вот без обиняков, что это очень крутой проект, практическая магия и год денег. Никто такого не делал.
двухлетний, большой, да, больше 100 занятий, бесплатный тренинг. Так, что намечается после пьесы? После пьесы у нас будет сериальный курс. Там набор 1 сентября начнется, а сам курс 1 декабря. Да, в Африке это пока сложно. Копайте бриллианты. Не знаю, что вам сказать еще. Так. Ждала курс пьесы. Боюсь, что будет накладка. Пишите роман. Не отвлекайтесь. Пишите роман, на пьесу в следующем году приходите. Я надеюсь, что... Надеюсь, что в следующем году... я хочу, чтобы курс пьесы, он стал регулярным. Я прям сильно хочу качнуть. Так же, как мы с вами качнули с нашей мастерской за эти годы, качнули сценарный рынок, так же, как за последние 6 лет мы качнули романный рынок. То есть вот сейчас захожу в магазин книжный, да, и там россыпью лежат романы, написанные нашими студентами, выпускниками нашего курса по роману. А всего 6 лет мы его делаем, этот курс. Вот я хочу то же самое сделать с пьесой. Делать его регулярно, с тем, чтобы через 5-6 лет наши выпускники, выпускники этого курса были везде просто, во всех афишах. А что, у Коляды получилось, неужто ж у меня не получится? Так, роман практически написан исключительно благодаря Молчанову. Ну, благодаря вам прежде всего. Так, хорошо, идем дальше. Напишите 2 слова о себе. Кто вы, чем занимаетесь, чем зарабатываете на жизнь, какая у вас практическая, какая у вас творческая специальность. Даже если вы, ну, я вас знаю, да, то вы для остальных участников напишите, представьтесь. Пока вы пишете, я вам расскажу о себе немножечко, потому что, опять же, не все здесь меня знают, и надо понять вообще, какого черта, да, я такой дерзкий и из какого я района. Значит, я думаю, что я, скорее всего, вам известен как сценарист и как мастер, человек, который обучает сценарному мастерству. Но на самом деле первая моя, ну, на самом деле первая творческая, это еще там, я в 90-е журналистом был, журналистом, редактором, но первая, там, писал романы для Эксмо, но вот для себя я считаю, что я впервые на какой-то такой, ну, нормальный творческий уровень вышел тогда, когда начал писать пьесы. Именно театральные пьесы. И я много у кого учился, у Коляды учился, да, читая его ЖЖ, потом мы познакомились. Я сам к нему в Екатеринбург ездил, интервью у него взял тоже, если интересно, можете найти у меня на канале, посмотреть. И у меня, когда я собрался учиться, получать второе высшее, у меня был большой серьезный вопрос. Я думал либо поступать в Лит-институт на... этот самый, на драматургию, либо в ВГИК, на сценарный. И я выбрал в итоге сценарный и стал сценаристом. Но в начале нулевых, вернее, нет, первую пьесу, нет, наверное, в 2000-м я первую пьесу написал, она была довольно слабая, конечно, но в начале нулевых пошла такая очень мощная волна драматургии современной. И когда я впервые прочитал пьесы Максима Курочкина, Юрия Клавдева, братьев Дурненковых, братьев Пресняковых, тогда Эксмо издавала эти книжечки, я прочитал, и я понял, что это язык, на котором я могу говорить. И мне не нужны никакие хитрости, не нужны для того, чтобы этим языком говорить. Я начал писать пьесы, и они как-то очень сразу же были замечены. Там практически первую же мою пьесу взяли на читку на практикум премьера. Потом я попал на Любимовку, попал на Евразию, выиграл Евразию. Выиграл в итоге там почти все драматургические премии, кроме одной. В то время «Действующие лица», вот была такая, есть такая премия, вот тогда ее я ни разу не выигрывал. Но ее много раз выигрывали мои ученики. И одна из пьес, я много достаточно написал, где-то около 20 пьес, они там
практически все были поставлены, и пьеса под названием «Убийца», она стала репертуарным хитом. Сложно, нет статистики какой-то такой четкой. Я думаю, что все-таки самый автор, которого больше всего в России ставят, это Ярослава Пулиноч, вне всякого сомнения. Слава, она, несомненно, очень талантливая. Но я думаю, что пьеса «Убийца» где-то вот плюс-минус приближалась по популярности к пьесам Ярославы. Во всяком случае, там в каком-нибудь 13-14 году она просто пожаром шла по театрам. Я где-то до 30 постановок считал, потом перестал считать. Всего было около 100 постановок в России. Она переведена на все европейские языки. Ее ставили в Польше 3 раза, в Германии 2 раза. В Латвии, в Венгрии, в общем, в Европе ее где только не ставили. И она вошла в список 200 новых современных европейских пьес. Из России всего 3 пьесы вошли в этот список. Пьеса Воропаева, пьеса «Братьев Пресняковых» и пьеса «Убийца». Вот из России 3 пьесы. И потом, после этого, я стал, меня взяли в сообщество в Германии такое, существуется Millennium Front Theater, и я не знаю, может, меня выгнали уже оттуда за градус русофобии сейчас довольно силен в Европе, но, во всяком случае, когда меня принимали, мне как бы написали, что пожизненный член Millennium Front Theater. И я написал несколько пьес для этого проекта, несколько. Штук 8 пьес написал, а в России они их не ставили. Например, пьеса «Дарстайн» мне очень нравится, пьеса «Камень», которая была поставлена в Лейпциге и в Бонне. Пьеса про «Фолькельшлахтен», про битву народов, которая была в Лейпциге в 1813 году. И вот я участвовал в разных европейских проектах, например, «Macbeth over Europe», для которой я написал пьесу «Macbeth комедия». Ну и, в общем, вот достаточно долго, параллельно со своей сценарной работой я занимался написанием пьес. И для меня это не то, что это просто один из языков, для меня это самый важный язык, это корневой язык. Понятно, что я сейчас пишу меньше, но я стараюсь каждый год писать пьесу, хотя бы небольшую. И сейчас тоже работаю над очередной пьесой. Предыдущая моя пьеса «Учение мага» была опубликована на сайте Касталия, магическом сайте. До этого пьеса «Дерево» была опубликована в журнале «Новый мир». По театрам там пока там все медленно. В театре все очень медленно происходит. Там Искандер Сакаев хотел «Дерево» ставить в Питере, но пока все как-то так взвешено. В общем, продолжаю потихонечку писать. Теперь вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, зачем вы хотите написать пьесу? То есть вот вы пришли на этот тренинг. И у вас наверняка какая-то мысль в этой связи, да? Просто ли вы хотите попробовать? Или вы хотите стать, например, профессиональным драматургом? Так, Саша мне пишет, пьеса гениальная. Да, спасибо, мне приятно. Я ей цену знаю, и я к ней отношусь так, как к некому подарку такому. Да? Она была написана просто залпом за 4 дня. Я считаю, что просто вот лучом мне ее прислали, и вся моя заслуга состоит в том, что записать ее. Так, стать профи. Вот об этом мы с вами, о том, как стать профи, мы будем в мастерской все подробно все это разговаривать, о том, как продвигать, как это все, что делать. Кстати, пьеса «Убийца», там тоже я вам потом расскажу, там было очень серьезное и неочевидное продвижение этой пьесы. Неочевидное такое, оно снаружи его было не видно, но расскажу потом, как все это делалось. И оно довольно много времени заняло, это продвижение. То есть там это не так, что просто я написал пьесу, выбросил в окно и все, ее начали ставить. Там не случайно ее начали ставить совершенно.
Так, хочется стать профессиональным драматургом. Так, хочу стать драматургом. Хочу стать драматургом. Это очень приятно, на самом деле, испытать свои способности. Я считаю, что драматург – это такая, ну, базовая, фундаментальная профессия. И сценаристу обязательно, я считаю, что сценарист обязательно должен себя пробовать в драматургии, в театральной, и пробовать себя в прозе. Но для себя, для меня, я как-то считаю именно вот основной своей работой, да, я считаю, что именно театральную драматургию. Написать пьесу за неделю. Да, напишем. Так, хочу попробовать. Пьеса – мой любимый жанр с детства. Хочу написать пьесу для постановки. Так, хочу написать пьесу не только для самоутверждения, чтобы ее ставили в театр. Так, начала писать роман, потом поняла, что внутри меня живут персонажи именно пьесы. Так, хочу попробовать. Прокачать ограничения по локациям, персонажам хочу однозначно. Да, есть такое. Это очень, кстати, очень крутой. Мне очень нравится в театре именно вот это. Ограничения по локациям, ограничения по персонажам. Хотя есть авторы, которые на это забивают. Там какой-нибудь Лев Толстой или Солженицын. Пьесу с Солженицыным, посмотрите. Там 70 персонажей. Так. Есть материал, не хватает знаний. Есть что сказать, не могу подобрать инструмент для выражения. Вот это очень важно, кстати. Пьеса. Вот мне казалось, кстати говоря, что с драматургией, вот где-то начиная с 12-го, 13-го, 14-го года, вот до этого времени театральная драматургия, просто вот через нее энергия какая-то шла, электричество шло. А потом оно начало уходить. И вот очень сложно было, начиная где-то с 2014 года, с 2013, на русском языке писать. Поэтому я писал в основном для Европейского театра. У меня у некоторых пьес, я на английском языке одну пьесу написал, и нескольких пьес нет русского оригинала. То есть я ее писал на русском, его переводили на немецкий, я вносил какие-то правки в русский текст, и эти правки переводили тут же на немецкий. То есть фактически законченного русского оригинала нет. Есть оригинал на немецком языке. Так, ставлю себе задачу научиться писать диалоги. Хочу стать драматургом. Хочу поставить театральную пьесу. Хочу стать профи. Разное умею, пьесы писать не умею. Вот представьте, если мне удастся все-таки, ну, я думаю, что удастся. Я понятно, что это мы с вами, вот это начало. Мы с вами будем этим несколько лет заниматься. Я несколько лет буду качать эту тему театральную. Вот. И может быть, мы как-то вот пустим туда электричество. Так, хочу попробовать. Так, даже с дуры поступал в театральные вузы. Я в свое время чуть было не поступил в ГИТМИК на актерское. Если бы поступил, вернее, если бы поехал, я думаю, что я бы поступил. Поступил бы на тот курс, на котором Хабенский учился. Сейчас бы был бы режиссером в МХАТе, в МХТ. Так, размять тему. Скорее из любопытства. Некий внутренний лад, настрой. Так, пьеса состоит из реплик. Вот это очень точное замечание. Оно как бы вроде как очевидное, как капитан очевидность, но на самом деле оно очень важное, да, то, что язык пьесы, в отличие, язык кино – это картинка. И мы с вами через слово описываем картинку, а язык пьесы – это диалог. И, например, вот в той же пьесе «Убийца» там нет ремарок, там ни одной ремарки нет, да, и там этот самый, да, там все через диалог, поэтому это вот самый прямой, самый непосредственный язык, то есть это чистый язык. Оксана, повампирить энергетики на тренинге. На, возьми, возьми. Я всю вашу энергию беру и обратно вам возвращаю, увеличив ее, умножив. Так,
Вот вы и дали ответ на вопрос, что именно тренирует написание пьесы для научных текстов. Ограничения по персонажам плюс ограничения по локации. Так, была на театральном форуме. Режиссеры стонут от отсутствия качественных современных пьес. Ну, это режиссеры всегда стонут, при том, что современной качественной драматургии вот жопой ешь. Вот просто другого слова у меня нет. Огромное количество качественной, современной, очень сложной драматургии. Тут просто режиссеры есть разные. Есть режиссеры, которые работают себе и работают с современной драматургией. А есть режиссеры, которые только на форумах стоят. Итак, зачем писать пьесу? Пьеса – это современный, динамичный, модный и актуальный язык. Пьеса – это реально круто, это рок-н-ролл. Дальше. Добиться постановки хорошей пьесы проще, чем добиться издания хорошей книги. Это реально так. То есть вот хорошая пьеса есть. Попасть, это понятно, что, конечно, все по-разному бывает, да, и театры очень часто, они там друг на друга смотрят, и понятно, что, скажем, тот же «Убийца», да, когда его поставили в Москве, в МТЮЗе, и одновременно в театре ДОК, после этого, естественно, люди начали смотреть, что, да, все, там в Москве ставят, значит, и нам можно ставить. И все, и она пошла, там, Владивосток, Великий Новгород, и Омск, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, хорошая пьеса на сцене может оказаться, ну, хотя бы в качестве читки. Вот у меня были случаи, когда утром я пишу пьесу, выкладываю ее в ЖЖ, тогда еще ЖЖ был, а вечером ее читают. Вечером уже читка, ее со сцены читают. Понятно, что время тогда было в этом отношении, именно ну, театральное время было более динамичное. Сейчас оно немножко тухлее стало. Но все равно добиться постановки хорошей пьесы проще, чем добиться издания хорошей книги в хорошем издательстве. И может пройти там месяц-два до постановки. В случае издания книги может там 2 года пройти. А может и 5 лет пройти до издания. Дальше. Пьеса – это мощный социальный лифт. Это реально так. Для очень многих людей, особенно из провинции, из регионов, я видел людей, которых одна написанная пьеса вытаскивала с самого дна жизни на самую вершину. И понятно, что это не так, что написал пьесу и заработал миллион. Нет, не так. Написал пьесу, получил просто мощный импульс поощрения. И дальше тебе уже там предлагают какую-то сценарную работу там, и так далее, и так далее. Да? И все, и человек уже меняет, просто переходит в другую социальную страту. Дальше. Пьеса – это территория абсолютной творческой свободы. При наличии упомянутых выше ограничений пьесу можно написать о чем угодно, как угодно. Гораздо свободнее, чем в жанре романа, и уж вне всякого сомнения, гораздо свободнее, чем в жанре сценария. Дальше. Неочевидную вещь, и, может быть, она кого-то из вас возмутит, но я вас уверяю, это абсолютно так. Это 100% так. Просто примите это как аксиому. Пьеса – это высшая форма литературы. Гёте, Пушкин, Толстой, Чехов, Горький вершины своего творчества достигли именно в драматургии. Про Шекспира, про Мольера я уж и не говорю. Крутые авторы приходят к драматургии тогда, когда выходят на высшую форму своей работы. И вот особенно с учетом текущей мейнстримной русофобии, могу сказать, что русский театр, современный русский театр, имеет лучшую театральную инфраструктуру в мире. Поверьте профессионалу, который видел театральные инфраструктуры везде, кроме Азии. В Европе, ну, сопоставимая
там не то что сопоставимо, да, а второе место, я бы сказал, что это там британское. Так вот, она там типа в 10 раз меньше, в 10 раз слабее, чем российская. Русская драматургия – это общепризнанная вершина мировой драматургии. Вот помянутые мною авторы, вот если вы забьете в поиске в Яндексе, кто величайшие драматурги в мире, да, что вершина драматургии мировой, вы увидите там, и это в любой стране, на любом языке. Толстой, Чехов, Горький. Да, есть Шекспир, это отдельная история с Шекспиром, потому что, ну, все-таки это вообще совсем другая эпоха. Но вершина – это здесь. И у нас именно в драматургии мы в этом смысле впереди планеты всей. Наряду с Шекспиром, с Кальдероном, с Лопе де Вегой, с Мольером. Есть у кого учиться, есть куда тянуться, есть с кем тягаться, есть на кого ориентироваться. Дальше. Русский театр любит новую драматургию, и русский театр умеет с нею работать. То есть от современных русских пьес театр не отбрыкивается и охотно берет новую драматургию в свой репертуар. Опять же, говорю как человек, у которого там больше 100 постановок по России. В самых разных театрах. От столичных театров до самодеятельных театров где-то в провинции. Спасибо за это, нужно сказать, совершенно конкретным людям. С вашего позволения я этих людей назову. Это Алексей Казанцев и Михаил Рощин, которые создали Центр драматургии и создали в свое время Любимовку. Нужно сказать, естественно, и помянуть добрым словом и Царствие Небесное, светлое место Елене Анатольевне Греминой и Михаилу Юрьевичу Угарову, которым я вообще всем обязан, в театре-то совершенно точно, потому что именно Елена Анатольевна, вернее, Михаил Юрьевич меня привел в свое время в театр ДОК и сказал, что, говорит, вы... Я писал тогда тоже посты всякие про кота, и он сказал, что, говорит, вы пишете талантливо, хотя пишете херню какую-то про кота. Давайте, говорит, я хочу с вами дружить. И вот мы с ним начали дружить. Вот. А Елена Анатольевна послушала читку убийцы и сказала, все, будем ставить. И пьеса была поставлена в театре ДОК. Эдуарду Боякову надо сказать спасибо. Он был одним из основателей фестиваля «Новая драма». Он был основателем театра «Практика», одним из трех театров московских, да, «Практика», «ДОК» и «Центр драматургии», которые в свое время очень сильно качали вот эту тему современной драматургии. И, конечно, огромное спасибо и земной поклон Николаю Владимировичу Каледе, создателю «Каледа театра», создателю Уральской школы драматургии, который показал, что можно через любой асфальт можно пробить и вот это растение драматургии вырастить. И если есть, если вот поливать, выращивать, везде, в любой почве может родиться и вырасти вот это театральное дерево. Поэтому спасибо ему огромное. Если кто-то увидит его, не знаю, Оксана, может быть, его как-то пересечется с ним, передаст ему, что я, конечно, преклоняюсь перед ним и очень ему благодарен. В свое время он мне очень, очень помог в свое время. Дальше. Пьеса – это быстро. Да, как я сказал, что можно быстро написать пьесу. Роман можно и 2 года, и 3 года роман писать. Да, пьесу можно написать за один присест. «Девий бог» Хлебникова написан за один присест с утра до вечера. Пьеса «Убийца» написана за 4 дня. Мне случалось за 2 дня пьесу написать. Да, то есть можно быстро написать, можно быстро добиться постановки. И, наконец, последнее и немаловажное. Драматургия – это самая здоровая профессия из всех творческих профессий. Поэты умирают, у них там 2 даты – 27 лет и 37.
прозаики тоже, по большому счету, обычно к 50-60 годам заканчиваются. То есть это усилие, неподъемное усилие по написанию прозы, оно мозг истощает. И неизбежно люди начинают писать меньше, как минимум меньше, а в некоторых случаях и хуже, да, как Лев Толстой, который там в 36 «Войну и мир» написал, 4 тома, потом «Анну Каренину» 2 тома, потом «Воскресенье» 1 том и потом «Хаджимурат», маленькую повесть. Да, то есть и количество, и качество текста обычно, как правило, снижается у авторов, пишущих прозу. А у авторов, пишущих драматургию, количество и качество остается неизменным. И драматурги живут долго. Зорин жил 90 лет, Танино Гуэра жил 90 лет, Бернард Шоу жил там 90 с лихуем лет, и там в 90 лет еще там писал по 2 пьесы в год, и отличные пьесы, и прекраснейшим образом они ставились. Вот что касается того, зачем писать пьесы. Понятно ли вам это? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы по этой теме, то задайте вопросы. По какому принципу здесь людей к друзьям причисляют? По принципу дружбы. Так. Так. Нас в нашей школе учили, что высшая форма – это опера. Нет. Ну, опера – это тоже драматургия, по большому счету. Так, и Лаевскому. Кстати, Лаевский тоже мне на самом деле очень сильно помогал. Кому-то он, по-моему, в Омске он режиссеру как раз-таки подкинул там, подкинул «Убийцу» для постановки. Так что тоже я думаю, что я ему... Мы с ним лично не знакомы, да, но я думаю, что тоже я ему благодарен. Так, окей, хорошо. Все участники сценарной мастерской проживут 100 лет, вне всякого сомнения. Значит, смотрите, давайте теперь немножко о том, что, как у нас ситуация состоит в театре. Смотрите, для того, чтобы пьеса была поставлена, театры должны существовать. И, например, ну, существуют разные системы, да, то есть что ты делаешь со своей пьесой. И такие системы, как, например, британская система или американская система, да, где пьеса ставится, и дальше она идет каждый день, пока на нее ходят люди. И если люди перестают ходить, например, через неделю, то пьеса тут же снимается с репертуара. В этом случае, да, если ты попадаешь, то есть в этом случае очень сложно новому автору с новой пьесой попасть в эту обойму. И, как правило, пьесы, которые ставятся, ставят верняк, то есть не рискуют, да, то есть пишут такую, авторы, от авторов требуют такие пьесы, на которые гарантированно много лет будут ходить авторы. И такая система, она не способствует развитию театральной драматургии. Поэтому вот то, что я читаю, я очень много читаю пьес на английском языке. Их там хорошо издают, в Великобритании во всяком случае. И я читаю все, что там нового выходит. Да, и там, скажем так, очень мало по-настоящему интересного, да, то есть пьесы, да, хорошо сделанные, хорошие, крепкие пьесы, в которых, в общем, ну, ничего тебя не удивляет, ничего тебя не поражает, да, то есть это пьесы, рассчитанные на то, чтобы там быть безопасной для режиссера, быть безопасной для зрителя. У нас в России, давайте так, вот не гугля, напишите в чате, как вы думаете, сколько в России театров? Не гугля, только вот не гугля. Как вы думаете, сколько в России театров? Пять тысяч. Так, расскажите о вашем взгляде на новую драму, насколько перспективное направление. Слушайте, ну что такое вообще новая драма?
Для меня Чехов – это новая драма. Ну, относительно Островского, Чехов – это новая драма. Наши иконы Равенхилл, Макдонах. Ребят, Равенхилл, Макдонах – это все, да, это все начало нулевых. Сейчас на дворе, слава богу, 23-й год. То, что пишет Равенхилл сегодня, да, там последняя пьеса у него, которая была интересна, да, это пьеса «Продукт». Все, все, что дальше, там что читать? Макдонах нормально, стабильно работает. Молодец, Макдонах. Макдонах, точнее. Но он, опять же, я не сказал бы, что он какой-то какому-то течению принадлежит. Просто хороший драматург. Новая драма, на самом деле, надо понимать, да, что это совершенно конкретное направление, которое ориентировалось на там, документальный театр. И оно русским театром очень быстро как-то было интегрировано и, скажем, и что называется, ну, освоено. Вот. И как течение оно сейчас не существует. Да, то есть нет такого, что я даже не знаю, как-то я себя особо, ну, в принципе, наверное, идентифицировал какое-то время как драматург новой драмы. Вот. Но я думаю, что сейчас уже нет ограничений каких-то. Современный драматург может писать о чем угодно. Хочет документальный, хочет недокументальный. Так, 10 тысяч. Только в Челябинске их 12. 10 тысяч. Несколько сотен, мало. Так. Так, значит, смотрите. 1762 театра в России. 1762. Я думаю, что в реальности больше. Я думаю, что есть еще огромное количество разных народных театров, самодеятельных театров и так далее, и так далее. И мне очень понравилась новость, которая промелькнула несколько месяцев назад, о том, что при каждой школе будет организован любительский театр. Это очень крутая и очень важная новость. Да, то есть понятно, что по большей части это будут люди, ну, не шедевры театрального мастерства будут производить. Ну, например, вот я видел, я слежу внимательно за тем, что в Сямже происходит, и вот я видел, они нынешней весной сделали сямжинский школьный театр, сделали постановку «А зори здесь тихие». Отлично, молодцы. Два раза ее там показывали в клубе в районном. Больше этого количества только в Китае. В Китае больше театров, но больше ни в одной стране мира такой театральной драматургии, такой театральной инфраструктуры не существует. И эта театральная инфраструктура, да, это именно стационарные театры, да, это русский, великий русский репертуарный театр, в котором есть труппа, в котором есть дом, да, это театр как дом, и это очень важно. Вот этого нет нигде и в Китае в том числе, вот этого понятия театр-дом. И театр преображает мир вокруг себя. Если вы видели в Екатеринбурге, если вы были в Каледа-театре, вот там подходишь к театру и начинаешь чувствовать, как реальность искривляется, да, то есть пространство меняется, появляются какие-то на деревьях бантики, там еще что-то, да, то есть вот театр меняет мир вокруг себя. И поэтому человек, пишущий пьесы в России, всегда может найти театр, в котором его пьеса будет поставлена. Если это, ну, не совсем уж ужасная пьеса. Дальше. Как вы думаете, какой жанр доминирующий? Какие пьесы, пьесы какого жанра чаще всего ставят у нас на театр? Напишите в чате. Что такое Равенхилл? Найдите такой сайт под названием google.com и забейте туда Марк Равенхилл. И посмотрите то, что выпадет. Да, школьные, самодеятельные, народные. У нас в Сямже два театра сейчас. Есть народный театр в клубе. И есть школьный театр. И, по-моему, что-то вроде театра или театрального кружка еще существует во Дворце искусств. Ну, считайте, 2,5 театра, поселок 4000 жителей. И зал битком.
Так, комедия, драма. Комедия, драма. Сказки. Комедия про или про Великую Отечественную войну. Значит, смотрите, доминирующий жанр – это трагикомедия. Трагикомедия. А что это такое? Это драматическое произведение, обладающее признаками как трагедии, так и комедии. Даже если это произведение не маркировано как трагикомедия, да, убийца – это трагикомедия. Я считаю, да, что если вы собираетесь писать в современной драматургии, да, вам нужно научиться балансировать между этими жанрами, между жанром трагедии и комедии, да. То есть, если вы напишете чистую трагедию, чистой трагедии очень сложно добиться постановки на сцене. Комедию, написать хорошую комедию вообще невероятно сложно. Именно хорошую комедию, не тупую. Потому что люди, которые хотят заниматься театром, они сразу такие: а, понятно, буду писать комедию про какого-нибудь любовника под кроватью, да, жена и любовник под кроватью. И вот такую херню пишут. И думают, что вот сейчас немедленно, да, я буду новым Рэем Куни. Режиссеры на это все, ну, как плечами пожимают. Вот. Добавление нотки трагедии в комедию, оно сразу же добавляет истории глубины. То есть, если вы написать хорошую трагикомедию, проще, чем написать хорошую комедию. То есть действительно хорошую комедию очень сложно написать. У меня ни разу такое не получалось. И я не припомню, чтобы я читал действительно хорошую, не глупую комедию, написанную современным российским автором. А трагикомедии были. Поэтому я советую ориентироваться на жанр трагикомедии. Дальше. Как вам кажется, что является главной задачей драматургии? Напишите в чате. Что является главной задачей драматургии? Ваша версия. Получается, эмоции будут меняться от трагедии к комедии и обратно. Так... Да. Да, но гораздо важнее, да, то есть если не будет вот этой глубины, зритель будет чувствовать себя обманутым. То есть зрителю надо, чтобы можно было и посмеяться, и можно было поплакать. Так, дать зрителю пищу для раздумий, передача мысли через чувства. Трагикомедия подобна раскачке эмоциональных качелей. Так, вызвать эмоции, добиться катарсиса у зрителей, отклик, эмоции, размышления. Давайте так, я сформулирую концептуально. На мой взгляд, главная задача драматургии, врачуя душевные раны, исцеляя душевные раны, давать человеку смысл жизни. То есть вот фундаментальная задача, чтобы человек, который потерял смысл, придя в театр за 2 часа, за 1,5 часа, вновь обрел этот смысл. На какое-то время хотя бы. Да? И жанр трагикомедии, он с этой задачей дать человеку смысл жизни, он справляется лучше всего. Как мы это делаем? То есть, если прямо вот с технической точки зрения, да, как мы строим сюжет, мы показываем какую-то проблему, с которой человек сталкивается. И мы показываем, как человек эту проблему решает. Мы не всегда показываем идеальное решение. Может быть, в итоге там человек кончает с собой или там спивается. Да? То есть, может быть, это совсем плохое решение. Человек смотрит, зритель, и говорит: мне это решение не подходит, я сделаю по-другому. И это помогает зрителю справиться со своими собственными проблемами. То есть, драматургия – это прививка жизни.
Да, то есть если мы рассматриваем жизнь как смертельную болезнь, передающуюся половым путем, да, то для того, чтобы некое существование в ремиссии себе создать, да, нам нужно от этой жизни привиться. Этой жизнью привиться, вернее, не от этой жизни, а жизнью привиться. И вот драматургия, она дает прививку жизни. Насколько это понятно? Или если непонятно, задайте вопрос. Если понятно, напишите, что-то понятно. И вот если вы это понимаете, да, что задача драматургии – дать прививку жизни, вы в зависимости от этого строите свой сюжет. Так, есть. Идем дальше. Следующий момент. Есть некая иллюзия, что пьесы пишут обязательно какие-то некие особые театральные люди. Я считаю, что и мой опыт показывает, что в основном это не так. Для того, чтобы написать хорошую пьесу, не обязательно быть театральным человеком. Хотя так получилось, что я никогда не работал в театре, никогда не это самое, но там у меня у первой жены моей родители были актеры театральные в Вологодском областном драматическом театре. Они сейчас до сих пор там служат. То есть какое-то отношение вот такое семейное там к театру я имел. Но в целом я считаю, что драматург должен держать дистанцию. Да, то есть драматург должен находиться на расстоянии от театра. И драматург не обязан хорошо знать, понимать все механизмы театра. Если интересно поглубже в это все погрузиться, почитайте театральный роман Булгакова, почитайте там письма Бакшанской, почитайте письма Немировича, да, огромное число литературы о театре и всяких там внутренних документов театральных сейчас доступно. Все это, конечно, интересно, и во все это можно погружаться, но я считаю, что это не является необходимым для того, чтобы написать хорошую пьесу. Я знаю большое количество драматургов, которые, скажем так, в театральную жизнь, в повседневную театральную жизнь никогда не погружались. Но, конечно, нужно любить театр, нужно его основные законы понимать. Дальше. Что касается того, что дальше делать с пьесой. Да? Самый простой способ найти зрителя для своего текста – это сделать читку. Более того, это можно сделать сейчас с развитием интернета. Можно это делать в интернете. Да, у вас у всех есть соцсети. Пожалуйста, садишься, берешь еще там какого-нибудь друга или сам берешь и читаешь текст свой. И какое-то количество аудитории вы найдете, какое-то количество вашу пьесу послушает, если вы просто сядете и прочитаете ваш текст вслух. Например, первую мою пьесу, пьеса под названием «Мост» в Москве на практикуме премьера, да, там даже актеров не было, которые читали. Я просто, меня пригласили, я пришел с распечатанным текстом, прочитал его, и Александр Коровкин, как сейчас помню, из современной драматургии, из журнала «Современная драматургия», делал разбор. Самый простой способ для автора драматического текста попасть в театр – это выиграть драматургический конкурс. Существует огромное количество драматургических конкурсов, я вам там позже покажу, где все это найти, всю эту информацию. И есть Любимовка, есть Евразия, есть действующие лица, есть Ремарка, да, есть постоянно, каждый месяц где-нибудь проходит драматургический конкурс, и надо просто писать пьесы и отправлять на эти конкурсы. Поверьте, все, кому надо, заметную пьесу заметят сразу же. Социальные лифты работают.
и работают именно для театральной драматургии. Они работают очень хорошо, лучше, чем для футболистов в Бразилии. Кажется, ни одного заметного драматурга не потеряли. Всех вытащили, всех заметили. Дальше. Как заработать в театре? Отчисление от пьесы, если вашу пьесу поставили, минимально, я никогда не пытался заработать этим, и я либо брал какую-то минимальную сумму, там, каким-то 20-30 тысяч рублей, либо через РАО запускал отчисление и ставил всегда самое маленькое, 1.5%. Вот, максимально, если вам вдруг деньги нужны, да, максимально это 8%, и реальные деньги на театре заработать можно в одном из трех случаев. Либо много театров поставят вашу пьесу. Да, у меня была такая ситуация, когда много театров одновременно ставили пьесу и там капали со всех театров отчисления. Да, но там еще зависит от залов. У меня всегда малые залы были, да, то есть если большая... Хотя нет, во Владивостоке был большой зал, да, ну, в Омске был большой зал. Нет, были и большие, да. Вот если много театров идет постановка, да, получается довольно стабильное отчисление. Но, конечно, это не... там не сотни миллионов, но это могут быть там десятки до сотни, до двух сотен тысяч рублей. Там Коляда, по-моему, 1400 получал. Ну, давно я эту цифру от него слышал, сейчас может быть там совсем другая ситуация. Дальше. Либо много театров, либо крупный московский театр. То есть если, условно говоря, театр Вахтангова, МХТ, или там РАМТ, да, берет вашу пьесу и на большой зал ее ставит, вы получаете там уже вполне серьезные отчисления. Это уже исчисляется там миллионами рублей в год. Либо постановки в Европе. То есть там есть свои нюансы в постановках в Европе. Да, например, у меня агентство мое, которое меня в Европе представляет, оно забирает 50% гонорара. Но даже с учетом, ну, грабительские условия совершенно, ну, как бы, хочешь, походи по рынку, поторгуйся. Вот. Но, тем не менее, да, это уже там десятки тысяч евро. И даже если они делятся на два, это уже серьезные, достаточно серьезные доходы. И когда я получал отчисления, когда шли у меня постановки чередой в Европе, я, например, платил ипотеку, полностью всю свою ипотеку, да, ежемесячный платеж, я закрывал именно с европейских постановок. И поскольку ипотека тоже была долларовая, а гонорары платили в евро, да, то есть это как бы немножко стабилизировало мое финансовое состояние. Или, например, там последние какие-то я отчисления получал, там, ездил в отпуск, например, на эти деньги, получая гонорар в евро. Так что вот три варианта заработать. Или много театров, или постановка в Европе, или крупный московский театр. Но важно, что очень часто через театр, через обретение заметности в качестве драматурга люди находят сценарную работу. Потому что сценарная работа – это работа на телевидении, да, то есть это работа на сериалах. И сериал по своему строению, именно по работе над сценарием, он очень похож на пьесу. Да, то же самое, ограниченные объекты, все через диалог. И, соответственно, человек, который умеет писать театральную драматургию, ему проще научиться писать сериалы. Даже проще, чем если вы закончили в ГИК, да, я закончил в ГИК, да, но это прям реально проще, чем человеку, ориентированному на экранное кино, переучиваться на сериал. Поэтому очень многие, там практически все мои знакомые драматурги театральные, они зарабатывают деньги, кто-то больше, кто-то меньше зарабатывает, зарабатывают именно сценарной работой. И работы, слава тебе, Господи, хватит всем нам. Вот и вам хватит, и вашим детям хватит. Да, то есть индустрия растет, индустрия развивается, работы, денег хватит всем.
Ипотеки мы все свои купим и оплатим. И сценарные хедхантеры, они ходят по театральным чипам. И к заметным авторам тоже сразу же их сразу хуп-хуп-хуп хватают и берут в обиход. Я век не забуду, когда была какая-то читка в там самом, в театре Док, и, значит, идет обсуждение, и, значит, женщина какая-то встает, высказывает какие-то там предложения, замечания по тексту, и потом говорит: а вот, кстати, я редактор, я работаю на канале России, и вот если у вас есть какие-то там заявки, что-то там, то давайте обращайтесь. И все вокруг, и это просто было заметно, все вокруг такие: о, Господи, как же вы нам надоели, да, потому что у каждого... там у каждого дедлайн, у каждого там свои диалоги надо к пятнице сдавать, потому что у всех сценарная работа была, и еще один редактор со сценарной работой уже никому не был нужен. Вот, был такой вот характерный момент. Вот то, что базовое, основное я хотел вам рассказать о ситуации с театрами. Насколько это понятно? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, я отвечу на ваши вопросы, и мы перейдем, собственно, к домашнему заданию первому. Да, переплавить яд в живительный эликсир. Удивить зрителя, задуматься над ситуацией героев, чтобы вышли из зала с размышлениями. Ответ на жизненные вопросы. Посмотреть на себя со стороны. Направить месседж зрителю. В чем-то изменить человека. Так, мораль, открытие эмоций, отдых, вдохновить людей. Ну, вы, по большому счету, вы все, как бы, в общем, то, что я сказал, да, другими словами. Дать зрителю смысл жизни, да, и не только этот смысл дать, да, смысл жизни состоит в служении людям. Все, расходимся. Смысл жизни, вот если вам нужен смысл жизни, вот давайте, я вам его скажу. Смысл жизни человека... Да, оказать какое-то влияние на других людей. Все. Нет никакого другого смысла жизни. И чем больше влияния на других людей вы оказываете, тем лучше вы свой смысл жизни осуществляете, свою жизненную миссию. Просто она у каждого своя, естественно. Это жизненная миссия. Вот у меня моя жизненная миссия – учить людей драматургии. Я ее в силу своих скромных сил и способностей осуществляю. И, соответственно, вот я вам сказал это, и что? И все? И вы сразу же поняли смысл жизни? Вы навсегда перестали думать о том, что какой у вас смысл жизни? Нет же. Помимо смысла жизни, да, самого контента, содержания вот этого ответа на вопрос о смысле жизни, нужно еще дать человеку энергию. Для инсайта нужно зарядить зрителя энергией вот этого откровения. Нужно, чтобы он такой: точно, смысл жизни в том, чтобы оказывать влияние на людей. Пойду оказывать влияние. И вот это дает театр, да, то есть соединяя эмоции с ответом на эмоции, которые зритель переживает, с ответом на важнейшие вопросы. Для писателя, кстати, вообще вопрос смысла жизни, да, вот этот невроз смысла жизни, да, страх смерти и так далее, да, он для писателя не существует. Какая смерть? Ну, я умру, вот тушка эта умрет, и что? А Молчанов будет существовать. Записи вот эти, вот этот вот эфир будет кто-то слушать через какое-то время, я надеюсь, и после моей смерти, да, книги мои будут читать, пьесы мои будут ставиться. Смыслы какие-то, которые я в учеников своих вкладывал, да, они будут нести дальше, рассказывать, да, то есть для писателя вопрос, для драматурга, для сценариста вопрос смысла жизни закрыт, раз и навсегда решен. Так. Так, как обстоят дела с пьесами для тюзов? Ну, отлично обстоят. Моя пьеса «Убийца», кстати говоря, ее за милую душу ставят в тюзах со страшной силой. В Москве, кстати, она именно в тюзе была поставлена, в тюзе. Стоит ли писать пьесу для подростков и старшеклассников? Конечно, стоит. Только у вас не должно быть иллюзии, что написать пьесу для подростков проще, чем написать пьесу условно для взрослых.
Так, теперь давайте мы собирать вашу историю. Я буду вам задавать вопросы про фильмы. Почему? Потому что я понимаю, что, скорее всего, большинство из вас, за, может быть, одним-двумя исключениями, в театр ходят не систематически. Поэтому будем мыслить через сюжеты кино. Напишите сейчас название трех фильмов, которые вам нравятся. Вот если бы я вам сказал, какие у вас три любимых фильма? Вот три ваших любимых фильма. Название напишите сейчас в чате. Три ваших любимых фильма. Вот первое, что приходит в голову, да, то есть не надо, чтобы вы думали мучительно, вспоминали, а вот я этот фильм тогда смотрел. Нет, вот первое название, которое всплывает, они и будут самые правильные. Фильмов или сериал? Давайте фильмов. «Унесенные ветром», «Бриллиантовая рука», «Самая обаятельная и привлекательная». Очень хорошо. Да, «Рок-н-ролл», «Завтрак у Тиффани», «Триггер», «Любовник», «Время цыган», «Невидимый гость», «Мудрых крокодилов» и так далее. Так, профессионально. «Курьер», «Американская история», «Полеты во сне и наяву». Классно. Так, «Первая кровь», Иван Васильевич меняет профессию, «Сердце парное». Так, «Пять вечеров», «Неоконченная пьеса». Это... Очень хорошо. Теперь давайте, написали. Если вы в записи слушаете, то ставьте на паузу, делайте, выполняйте задание и потом слушайте дальше. Потому что это важно. Важно, чтобы вы писали это писали ответ про три фильма до того, как я вам объясню, зачем мы это делали. Теперь вопрос. Вот посмотрите на эти три названия, которые вы написали. Что общего есть в сюжетах этих фильмов? Есть ли что-то общее в сюжетах этих трех фильмов? Напишите сейчас в чате. Если не сможете сейчас сформулировать, то я оставлю это как задание на подумать, что общего есть в сюжетах этих трех фильмов. Так, герой, который выиграл. Женская фигура с характером. Очень хорошо. Любовь, юмор. Любовь, романтика, приключения, испытания. Буффонада, ценность человеческой жизни. Так, комедии, развитие женской судьбы. Катастрофическая ситуация, любовь, эстетика. Может быть, это что-то неуловимое или трудноуловимое. Вот как-то для себя зафиксируйте. Может, для вас это, вот, не знаю, листочки клейкие вот эти вот. Или вот, вот все, что прям придет в голову, зацепитесь за это. Забросьте это в голову себе. Так, противостояние между одиночкой и толпой, исследование, поиск своей миссии. Герой становится сильнее, ничего общего не нашла. Оставьте на подумать. Проблема выбора, человеческое достоинство. Очень хорошо. Так, идем дальше. Сейчас я сформулирую вам задание. Есть ли кто-то, на кого вам хочется быть похожим? Может быть, это кино или литературный персонаж? Может быть, это живой человек какой-то? Может быть, это какой-то медийный герой, да, не знаю, телеведущий, политик, неважно кто. Вот есть ли кто-то, про кого вам думалось, что вот я хочу быть таким, как он, или хочу быть такой, как она? Вот кто такой человек, персонаж? Горин,
Макаренко, Моника Белуччи. Так. Нет таких. Есть такие. Есть такие. Ну, ребят, у каждого есть кто-то, на кого мы хотим быть похожими. То есть вот вы пишете на русском языке. Да, то есть это значит, что вы, по крайней мере, выучили русский язык. Вот. А для того, чтобы хоть что-то выучить, нам обязательно нужно быть похожим, как быть похожим на кого-то. Да, то есть мы так осваиваем знания и навыки. Да, мы смотрим на кого-то, видим, что о, человек разговаривает. И я тоже хочу, как он разговаривает. И вот дальше вы начинаете разговаривать. О, кто-то ходит. Я тоже хочу ходить. Вот дальше мы начинаем ходить. То есть, если вам кажется, что таких нет, это значит, что у вас просто эта тема не отрефлексирована. Так что, конечно, может быть, да, может быть человек такой в аутичном спектре, да, у которого отключены зеркальные нейроны, да, у которого отсутствует эмпатия. Да, и когда человек рядом с ним зевает, да, он не зевает. Вот, может быть такой человек, но такой человек не может заниматься драматургией. Я думаю, что это не вы. Остап Бендер, Джоан Роулинг, Мэрил Стрип, Капитан Немо, Толкин. Есть это живой человек, нормально совершенно. Мы на самом деле, вот таких, я не хочу говорить кумиры, да, потому что на самом деле здесь важно вот что. Это не значит, что вы фанат этого человека. Это не значит, что вы начинаете ему подражать. Да, это значит, что у вас мелькнула мысль. Я хочу быть как он. Да, то есть вы почувствовали свое движение к нему. И вот это то, на что вы отреагировали, да, вот чаще всего у человека есть что-то, есть какая-то способность, да, есть какое-то сокровище, которого у вас нет, либо которое у этого человека есть в большей степени, чем у вас. И вот что это такое? Что за сокровище есть у этого человека? Что за способность есть у этого человека или у этого персонажа? Ведьмак, Сомерсет Моэм. Вот писатель, кстати, интересно, да, если у вас много разных, вот вы, например, занимаетесь литературой, да, и у вас все время в поле зрения большое количество писателей, но вы же не хотите быть похожим на всех писателей вместе взятых, обязательно есть кто-то один в разные периоды жизни, да, допустим, мне там в какое-то время хотелось быть похожим на Хемингуэя, и мне нравилась при этом в нем его системность. Как ни странно, да, то есть, потому что он системен был даже в своем пьянстве. У меня вот это откликалось, да, его системность, что я буду писать каждое утро, там, и так далее, и так далее, там, с 6 до 12. Вот что есть, что за свойства есть у этого человека? Так. Чехов. А вот что именно? В какой момент? Чехов очень разный. Да, и вот что именно в Чехове вам нравилось? Что именно? В какой момент сердечко ёкает? Отзывается? Так, Сергей Полонский. Лариса Вальская. Сила духа и работоспособность. Безбрежная уверенность в себе. Талант, позитив. Постоянство и дисциплина. Вера в свой талант и упорство. Стивен Кинг. Работоспособность, адекватность, счастливая семья. Умение рассказывать истории. Бешеная продуктивность. Способность принимать неизбежность. Решимость. Гениальное писательство. Так, Стивен Кинг пишет каждое утро в утренней странице. Вот давайте так, давайте говорить так, что утренние страницы – это совершенно конкретный термин, запущенный Джулиан Кэмерон. И у меня отдельное мнение по этому утренних страниц. Имею право иметь свое мнение по этому поводу. Я считаю, что утренние страницы – это чрезвычайно вредная практика для писателя. Стивен Кинг, конечно, никакие утренние страницы не пишет. Он пишет свой роман очередной. Главный роман сериала «Школа». Вот смотрите, вот это ваш герой.
Понимаете? Вот тот герой, на которого вы хотите быть похожим, вот именно на этого, этот герой, это ваш герой, про которого вам надо писать. Вот то, что он хочет. То, что у него есть, да, вот его суперспособность, это фундамент, на котором вы строите вашего героя. То есть он у вас может быть другой, может быть совсем другим чем-то заниматься, да. Условно говоря, вы фанатеете от, там, не знаю, от Джона Леннона, да, за что? За то, что он там такой-то и такой-то, да, умеет на гитаре играть. Талантлив, да, и вы берете вот этот вот этого героя, этого Джона Леннона, и делаете его, превращаете в электрика. И пишете историю про электрика, да, то есть мы вот этого героя из жизни, мы проецируем на наш с вами художественный текст. Да, и вот этот фундамент героя, это суперспособность, это то, чем он отличается от остальных героев, остальных людей обычных, и то, за счет чего он становится для вас героем, за счет того, за счет чего вы к нему подключаетесь. Понятна ли эта мысль? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Вот попробуйте в этот раз, работая над этой вашей пьесой, героем вашей пьесы сделать такого персонажа, у которого есть вот эта суперспособность, которую мы с вами сейчас нашли. Путь героя к пьесе тоже применим? Конечно, применим, да. Я, смотрите, когда я писал «Убийца», я еще не погружался сильно в путь героя. Вообще, по-моему, даже модели такой, как таковой, не знал. Но потом, постфактум, я разложил историю Дюши на путь героя, она раскладывается просто как так и была. Там просто в чистом виде путь героя. Так, есть. Идем дальше. Тема, да, собственно, о чем мы пишем, да, материал фильма. Как мы, фильма, материал пьесы, как мы выбираем. Логично, что хочется выбрать материал, который вы хорошо знаете. Давайте так, напишите сейчас в чате три каких-то темы, которые вы не знаете достаточно хорошо, но которые вам интересны, которые вы, ну, условно говоря, там, я знаю достаточно хорошо, ну, написание сценариев, соответственно, я эту тему не беру. Но, например, мне интересна тема масона. Да, я глубоко в нее особо не погружался, но мне она интересна, да, тема масонов, тема освоения космоса. Знаю ее не очень хорошо, она мне интересна. Не знаю, гражданская война, 21-й год в России, да, мне тема интересна. Вот три таких темы, которые вам интересны, напишите сейчас в чате. Оправдано ли, когда мой герой пьесы встречается в пьесе со своим реальным прототипом? Я не понял вопрос, извините. Потому что ваш герой, он и будет... как он с прототипом, он где будет встречаться? У вас прототипы будет в пьесе. Разведка, предательство. Если я пишу детскую пьесу, кто нравится в детстве? Совершенно верно, да. Совершенно верно. Виолончель, легенда итальянских городов, бедуины. Супер. Магия, военное дело, вокал. Тема родственных отношений. Три. Давайте три, чтобы проще было, чтобы вам тоже свобода действий была определенная. Оружие, медицина, разведка. Средневековье, будущее, тайное общество. Фотография, путешествие в автодоме. Третью добавьте. Русские рок-музыканты 90-х, разведка, магия. История России, агрономия, кулинария. То же самое, когда если слушаете в записи, выполните сначала задание, потом слушайте, зачем это надо. Так, ушу, театральное мастерство, техника пения. Дохристианская история, детективы, театр. Тема свободы воли, ответственности. Леш, добавь еще две темы. Кинопроизводство, любовные отношения с гением, поиски кладов. Теория заговоров, альтернативная история, тонкие энергии. Мистика, философия, паранормальные явления, танцы, биология.
Космос, взаимодействие людей во власти, любовь, путешествие, музыка, май. Супер, все. Теперь дальше, что с этим делаем? Вот одна из этих тем – это тема вашей будущей пьесы. То есть тему мы всегда выбираем. Да? Понятно, что не всегда вы будете выбирать тему, если вы будете профессионально заниматься драматургией. Часто будут заказы, да, например, как мне заказали пьесу о битве народов в Лейпциге или заказали новую версию Макбета. И если у вас есть возможность выбирать, на что я советую выбирать, из чего я советую выбирать? Из какой-то темы, которая вам интересна. Не с тем, которое вы знаете очень хорошо, потому что тема, в которую вы, например, погружены, в ней очень тяжело работать, очень тяжело писать, потому что вам сложно оценить, что интересно. И, например, если вы хорошо знаете что-то, на эту тему можно писать только тогда, когда вы достаточно отдалитесь от нее. Да? Например, Гоголь о России лучше всего писал, когда жил в Италии. Я очень хорошо знаю провинциальную журналистику 90-х годов. Просто вот от и до знаю. И когда я в 99-м году пытался написать роман о газетчиках, у меня не получилось. Почему? Потому что у меня газетчики были вокруг меня. То есть я сидел в редакции на верстке и сидел и писал этот роман на своем компьютере рабочем. И это все было вокруг меня. Мне сложно было это все... как бы со стороны на это посмотреть. И только когда прошло 20 лет, когда я уехал оттуда, прожил 20 лет в Москве, после этого я смог написать роман-газетчик, про провинциальных газетчиков. Вот, берем одну какую-то историю, да, одну какую-то тему из этих трех, выбираем, и, соответственно, это тема вашей пьесы. Как, что с этим делать? Дальше мы разберем. То есть у нас уже есть с вами герой. Да? Герой мы дальше подробнее тоже его разберем. Да? Мне сейчас надо какие-то отправные точки. Да, вот у нас есть герой с такой суперспособностью, у нас есть такая тема. Уже как бы есть от чего плясать. Если пьеса о подростках, не обязательно рассказывать именно о своих детях? Нет, конечно же нет. Я вообще не уверен, что для пьесы о подростках нужно о детях писать. Вовсе не обязательно. Может быть, пьеса для подростков, в которых все будут взрослые. И это будет пьеса для подростков. Например, «О зоре здесь тихие». Там вообще нет детей, нет никаких подростков. Но, тем не менее, подростки с огромным удовольствием, с огромным интересом смотрят эту жуткую, жутчайшую историю. Почему? Что-то в ней есть такое, что им помогает жить. Дальше. Теперь давайте так. Я вам предложу сделать такое упражнение. Представьте, что у вас сейчас появилась возможность на ушко сказать какую-то мысль, какую-то идею важную. Да, какую-то концепцию, сказать что-то важное одной фразой всему человечеству. Вот у вас есть телефон, да, такой из бумажного стаканчика, из подмороженного, да, и на другой стороне ниточка, и на другой стороне весь мир. Да, и вы можете одну фразу сказать. И эту фразу весь мир услышит, и весь мир поймет, и весь мир примет во внимание. Какую бы фразу, какую идею, какую мысль вы бы сказали всему человечеству, если бы имели такую возможность? Напишите сейчас в чате. Вы свободны, вылезайте из коробки ума. Так. Что делать с общностью сюжетов трех фильмов в контексте будущей пьесы? Сейчас все расскажу. То есть мы ориентируемся, да, там есть какая-то подсказка по поводу сюжета. Вот в том, что общего есть. Да? Если, например, буфонада общая, да, значит, вам нужно буфонаду добавить в вашу историю. Если там романтика, значит, надо романтику добавить в свою историю. Понимаете, вот все, что я вам даю, это зеркала.
Да, то есть для того, чтобы вы с помощью зеркал быстро, в течение одного, там, полутора часов, максимально четко, ясно увидели вашу будущую историю. То есть мы об эти фильмы, об этих героев, мы об них думаем. Каждому воздастся по делам его. Желания важны, не игнорируйте свои желания. Так. Берегите любовь, любите друг друга. Каждый имеет право на счастье. Берегите знания, добытые наукой. Все плохое скоро закончится, если искренне верить и хотеть. Глаголы честнее прилагательных. Люби себя и береги ближних и мир вокруг. Человек сам себе бог и судья. Не бойтесь стучаться в двери, не бойтесь отказов и отвержения. Желания важны, не игнорируйте свои желания. Вся вселенная внутри тебя. Давайте жить дружно. Каждому воздастся по делам его. Человечность спасет мир. Смерть – это не конец. Жизнь – это подарок. Любите ее, пока она не закончилась. У вас все получится. Делайте все ради счастливой жизни. Я вам даю это зеркало. Любовь – это самое сильное и долговечное. Все ответы уже есть в истории. Нет преград для осуществления самых смелых мечт. Так, я читаю все. Все не буду зачитывать вслух. Вы в чате тексты видите. Так. Хорошо. Вот эта мысль, которую я попрошу вас донести своей пьесой. То есть напишите вашу историю так, чтобы проиллюстрировать вот эту мысль. Да, то есть у нас с вами уже есть сюжеты, да, то есть вот когда мы смотрели на фильмы, мы видели какие-то сюжеты, которые нам нравятся. Соответственно, нам, когда мы будем придумывать сюжет, нам нужно ориентироваться вот на те фильмы, которые нам нравятся. Если это детективы, да, значит, нам надо детективную историю написать. Если это комедия, да, нам надо двигаться там в сторону комедии. Если это история романтическая, да, значит, нам надо написать романтическую, потому что это самый простой способ определить, что вам лучше писать. То, что вы смотрите, то, что вы читаете. Дальше. Герой, на которого хочется быть похожим, это ваш герой. Тема, которая вам интересна, это материал вашей истории. Что бы вы хотели сказать всем людям, которые да, своим текстом, это идея вашей истории. И, наконец, последнее. Сейчас я тоже сформулирую. Потому что мне приходится немножко сокращать. Мы в мастерской это делаем, ну, более развернуто. Давайте так. Приведите пример какого-нибудь события из вашей жизни, которое вас очень сильно эмоционально задевает. В плюс или в минус. И я понимаю, мы там в мастерской делаем на одном из курсов, мы выписываем вообще 100 событий. Но приведите одно, пример одного какого-нибудь события из вашей жизни, которое вас сильно задевает эмоционально. Так, критика мамы. Вот первое, что в голову приходит. У меня, например, у меня был случай, когда в общежитии пришел чувак меня убивать. Он перепутал там, ну, он, суть, не буду всю предысторию рассказывать, там просто перепутал комнату, вот, и пришел ко мне, и он не сказал этого, но я почувствовал, что что-то не то, и я начал с ним разговаривать, как-то его выводить из этого состояния какого-то такого ступора, вот, и его как-то отпустило, и он мне сказал, уходя, что я вообще приходил тебя убивать. Вот, и он в итоге меня не убил. А он очень, ну, он боксер, и, конечно, у меня там шансов против него не было. И вот эта история, она легла, что называется, в основу пьесы «Убийца». И вот все, что мы пишем, мы всегда используем какой-то наш жизненный опыт.
да, мы переносим. У нас была, там, условно говоря, была там травля в школе у меня была в свое время из-за снежного городка, который на самом деле там другие старшие ребята разрушили, а меня в этом обвинили, в разрушении снежного городка. И меня по этому поводу потом долго, несколько лет травили всем классом. И я написал об этом пьесу «Снежный городок». Да, то есть можно непосредственно брать событие и ставить его в основание истории. Но можно просто добавлять какое-то впечатление и менять его, да, то есть используя его в своей истории, да, можно, меняя контекст, условно говоря, была травля, да, я ее переношу в космос, да, была травля в школе, я ее переношу в космос. Или была попытка самоубийства, да, там, я один раз чуть с крыши не прыгнул с пятого этажа, и я, допустим, беру и переношу ее, там, человек, допустим, в Древнем Риме хотел со скалы броситься, да, то есть использую свои события своей жизни в своих историях. Так, я все вижу, да. Вот давайте так, да, вот то, что сейчас, поскольку вам именно это событие вам вспомнилось в первую очередь, да, давайте мы на него и сориентируемся. Так, а если событие со мной не связано, а как оно с вами может быть не связано, если оно на вас производит эмоциональное сильное впечатление? Условно говоря, путч, да, 91-й год. Со мной оно не было никак связано, да, но тем не менее я четко помню, как папа мой зашел в мою комнату утром, какое это было, 21-е, по-моему, или 19-е, какой там, или 21-го все закончилось, по-моему, 19 августа. Да, зашел и сказал, спишь, ничего не знаешь, в стране переворот, и снимает со стены российский флаг. У меня на стене российский флаг висел. Я был демократом просто отчаянным совершенно. Вот, да, затронуло меня это событие? Конечно, затронуло, потому что у меня первая мысль была так, стоп, а я в университет поступил, у меня университет вообще будет или нет? 19 августа, да, спасибо, Анжелика. Ссора с отцом, да. Вот, то есть, конечно, оно связано, если оно вас эмоционально задевает. Если по смыслу не подходит для вашей пьесы, возьмите другое какое-то событие, да, то есть давайте жестко мы не будем. Но я думаю, что вот в том, что именно это событие сейчас вам вспомнилось, да, когда мы с вами поговорили о герое, поговорили о теме, вот обо всем этом поговорили, да, раз это событие вспомнилось, скорее всего, вот там для вас есть какая-то подсказка. Используйте ваши эмоции, используйте ваши воспоминания о том, дайте герою эмоции, которые вы переживали в то время, когда происходило это событие, которые вы переживаете сейчас, вспоминая об этом событии. И дальше, соответственно, что мы делаем? Из этого с вами нам надо собрать сюжет. И что такое сюжет, если прям вот отжать, вообще все отжать и собрать это все в одну какую-то, прям вот концентрат некий, да? У нас есть какой-то герой, у нас есть какая-то цель, к которой он стремится. Да, он каким-то способом этой цели достигает, делает какие-то действия для того, чтобы эту цель достичь, и происходит это в каком-то месте и в какое-то время. И, соответственно, да, для того, чтобы было интересно, все это должно быть необычным. То есть у нас должен быть необычный герой, который стремится к необычной цели, необычным способом, в необычное место, в необычном месте и в необычное время. Вот пять элементов. Да? Необычный герой стремится к необычной цели, необычным способом, в необычном месте, в необычное время. А насколько понятно то, что я вам сейчас говорю? Если понятно, напишите «понятно». Если есть вопросы, то задайте вопросы. Я чувствую, что все уже подустали. Еще буквально пару минут я просто зафиксирую домашнее задание, и мы на сегодня разойдемся. У соседей случился пожар, потом я узнала, что привело к этому. Вот это звучит как анонс пьесы. Просто офигенно. Сразу становится интересно, а что привело к этому? Интересно.
Так, лучше негативное или радостное для пьесы? Я считаю, что лучше негативное. Хотя радостное тоже может быть, условно говоря, свадьба, праздник какой-то, любовь. Да, все это может быть основой для драматургии. Но если... то есть драматургия возникает тогда, когда что-то идет не так. Так что... Классный вопрос. Как создать необычность? Он не, это не, вот не такой простой вопрос на самом деле. Да? Почему? Потому что вот эта необычность, она должна быть одновременно узнаваемой. Да? То есть герой не должен быть просто необычным. Мой герой – это фиолетовый параллелепипед в семимерном пространстве. Да? Вообще зацепиться не за что. Необычно? Необычно. Интересно мне будет наблюдать о страданиях параллелепипеда? Вообще нет, потому что я вообще, ну, мне как бы не за что зацепиться. Вот в необычном герое, в необычном месте, в необычном всем обязательно должно быть что-то узнаваемое. Да, то есть чистилище, да, необычно. Никто из нас не был в чистилище, да, иначе мы бы, да, уже должны были бы. Вот. Но если мы хотим описать чистилище, значит, мы должны в его дать что-то знакомое в этом чистилище. Например, не знаю, вокзал или столовая. Да? Вот у нас будет такое чистилище. И в нем, если это будет просто столовая, да, будет неинтересно. И надо что-то добавить. Столовая, но по ней ангелы ходят. Вот. Сразу интересно становится, да, то есть для того, чтобы необычное воспринималось как необычное, оно должно быть не полностью необычное, а должно быть что-то такое узнаваемое, знакомое для нас, а что-то должно быть, что контрастно с этим узнаваемым. Тогда это начинает работать. Надеюсь, я вас не сильно запутал. Так, может быть, безвременье, или время должно указывать на что-то. Так безвременье, какое безвременье? Да, это может быть без времени, там, условно говоря, там, 30-х годов в СССР, или это может быть без времени Средневековья. Без времени тоже разные бывают. Как из обычной квартиры сделать необычным? Сделать что-то узнаваемое в этой квартире и сделать что-то в ней, что не похоже на обычные квартиры. Мы об объектах мы потом отдельно поподробнее поговорим, да, как, например, у Бернарда Шоу, да, действие происходит в доме, в доме в форме корабля. Интересно? Интересно. Корабль необычен? Обычен. Дом необычен? Обычен. Дом в форме корабля? Необычен. Да, то есть соединение двух обычных предметов сделало необычный объект. Необычное время. А необычное время – это время, когда... Это время перемен. Время, когда что-то происходит. Так, разве недостаточно из этих пунктов что-то одно необычное, чтобы зрителям близко было? Нет, недостаточно. Так. Если придумалось классное название и саму пьесу хочется придумать под название, ну, так не вижу, чем это мешает. Я более того знаю корабли, в которых люди живут. Например, в Амстердаме или в Стокгольме. Да? У меня есть знакомые, которые живут в кораблях. Нормальная ситуация совершенно. Так, дальше. Вводим ограничения. Давайте так, я не буду вас ругать, если вы это ограничение нарушите, но я советую вам держаться этого ограничения. Первое ограничение. Два персонажа. Я понимаю, что вы можете сказать, а мне надо, чтобы там слуга вошел и что-то сказал. А попробуйте без слуги. Попробуйте оставить два персонажа. Мою пьесу «Убийца», кстати говоря, очень часто сокращают до двух персонажей. Там четыре персонажа. Там папа без диалога и мама с монологом с одним. Вот. Я знаю постановки в Кракове, например, или в Шицине. Двух актеров оставили, два актера играли. Поэтому, и, кстати,
пьеса «Фолкнер» моя, два персонажа. И есть, там, не знаю, двое на качелях, например. Да, вот два персонажа, все нормально. Вот, один объект. В одном месте все должно происходить. Об объекте тоже мы подробнее, о персонажах мы отдельно поговорим, об объекте отдельно поговорим. И должна быть одна непрерывная сцена. Да, то есть мы входим в вашу пьесу, она продолжается какое-то время, я советую ориентироваться на 20-25 минут, и потом это заканчивается. Да, что-то они друг с другом делают, говорят, происходят какие-то события, и потом эта сцена заканчивается. Вот мы такое с вами ограничение вводим. Итак, формулирую домашнее задание. Определяем сюжеты кино, которые вы любите смотреть. Это в этом подсказка для вашего сюжета. Выбираем тему, которая вам интересна. Формулируем идею, которую мы хотим донести до мира. Выбираем героя, на которого мы хотим быть похожим. Вспоминаем события, действия, имена, внешности персонажей, все что угодно, да, что вызывает у вас эмоции. Иногда так тоже можно делать, да, например, у меня, когда я не мог одну сцену написать, там бандиты действовали, и я не мог понять, как они разговаривают друг с другом. И в какой-то момент я им дал просто имена своих одноклассников. И сразу у меня все сложилось, и сразу я эту сцену написал. И вот используя все вышеперечисленное, напишите в свободной форме сюжет вашей пьесы. В формате какой-то герой, да, необычный герой, стремится к необычной цели, необычным способом, в необычном месте, в необычное время. Объем один абзац. Опять же, если у вас будет там 5 строчек, 10 строчек, не так важно, да, чтобы вот в один абзац уложить это все. И вводим ограничение. Два персонажа, один объект, одна непрерывная сцена. Готов отвечать на ваши вопросы. Если все понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, напишите ваши вопросы, и я на них отвечу. Пока вы пишете, я добавлю домашнее задание в описание урока, чтобы оно было у вас перед глазами. Так. Корабль в форме дома. Самое смешное, что есть такой сюжет. Корабль в форме дома. Александр, а вы помните, в каком романе герои плыли на доме? Подскажу. По Миссисипи. Одно из, кстати, самых впечатляющих, сильных моих читательских впечатлений. Я потом этот роман перечитал в оригинале, и точно такое же впечатление производит и сейчас. Так, если персонажей два, но один из них все время говорит по телефону с третьим персонажем, это считается за двух. Давайте, как бы, пусть будет. Если надо, чтобы говорил, пусть говорит, без проблем. Сколько страниц для пьесы 25 минут? Пьеса немножко по-другому считается, не как в сценарии страница-минута, да. Там все может зависеть от темпа, да, то есть там, может быть, у вас герой говорит, потом пауза, говорит пауза, да, там от действий и ремарок тоже зависит. Вот. Но в целом это будет где-то 5-6 страниц, да, если сплошняком. Что значит один объект? Это одна локация? Да, локация и объект – это одно и то же. Или еще можно говорить location. Так, все придумала название пьесы «Соседи». Как до двух сократить? Если вам вот ну никак вот не получается, вводите сколько хотите. Но я, давайте опять же, да, вот ограничения у нас есть. Поясните для чайника, одна непрерывная сцена – это в одном месте действие. Да, в одном месте непрерывное действие. Воспоминания нельзя включать. Да, то есть это отдельная сцена. Можно в знаках с пробелами. Ребят, ориентируйтесь на 5-6 страниц. Одна сцена на всю пьесу. Да, мы с вами будем писать одноактную пьесу. За неделю, конечно, можно написать и пьесу для большой сцены, но нам с вами надо же с чего-то начинать. Как выбрать из нескольких идей? Значит, выпишите все идеи, да, вот не могу выбрать, у меня ученики иногда, я, во-первых, отказываюсь всегда выбирать идеи, да, когда мне, допустим, говорят, Александр, вот две идеи, посмотрите, выберите. Я говорю, а как я могу выбрать вашу идею? Да, для меня это звучит как, вот я родила двух детей, скажите, кто из них лучше.
Да, вот я это так воспринимаю. Как, что за, блин, выбор Софи вы мне тут устраиваете? Да, это ваш выбор должен быть, только ваш, это творческое решение. Вот, но если вы не можете выбрать между двумя идеями, я всегда говорю так, напишите 10 идей. Да, и вот из 10 вы очень легко выберете одну. Глупый вопрос, а можно один персонаж? Можно. Можно, один персонаж можно. Монопьеса – это отдельный жанр, очень почтенный, который я очень люблю, и мои пьесы «Учение мага» и «Дерево» – это монопьесы. Вообще, мне кажется, что драматургия вот как раз в течение вот этих вот последних где-то лет 8-9, она очень сильно тяготела к монопьесе. Да, и успех Гришковца, и стендап-комедия – это все тоже хорошая стендап-комедия – это монопьеса. Хорошие, лучшие номера Джо Рогана, как Луиса Сикея, да, это театральная драматургия, это монопьесы. Так. С двумя персонажами как создать динамику движухи? Как хотите, так и создавайте. Об этом мы дальше будем говорить, о конфликте, да, о том, как диалог строить, как действие строить, об этом мы все поговорим. А чем вам, ну, добавите вы еще персонажей, и чем вам это поможет движуху создать? Если вы с двумя персонажами не можете создать движуху, то откуда вы думаете, что вы с пятью сделаете движуху? Вам персонажи нужны только для того, чтобы они по очереди приходили и сообщали какую-то новость? Нет, драматургия не так работает. Научитесь с двумя персонажами сначала работать. Так, в Израиле идет пьеса об израильском солдате и палестинском террористе, попавшем под завал после взрыва. Мне кажется, я знаю эту пьесу. Так, «Приключения Гекафина», да. Конечно, это «Приключения Гекльберри». «Приключения Хакльберри Финна». Так, еще «Верные друзья». «Мумитролли». Да, кстати говоря, «Мумитролли» тоже, там же тоже они плыли. Они не по Миссисипи плыли, но они тоже плавали по дому. И там, кстати, даже театр был в этом доме. Так, может ли одноактная пьеса потом выйти в полномерную? Да, вполне может быть. Вполне может разрастись. Так же, как короткометражный фильм. Например, фильм «Одержимость», да, он сначала была снята короткометражка, а потом он развернулся в полноценный большой фильм. Также и пьеса, вполне может быть, что она у вас развернется. Это прям классицизм. Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Классицизм – это прежде всего… Я не очень люблю классицизм французский, да, но театральный, но тем не менее классицизм – это же идеалы античности, это обращение к идеалам античности, это всегда хорошо. Так, какая самая грубая ошибка, на ваш взгляд, которую часто делают драматурги-графоманы? Ненаполненный диалог, ненаполненный действием диалог. То есть, когда идет диалог, я бы не сказал, что она грубая, да, но вот людям очень часто пишущим, они начинают заполнять диалог просто репликами. Да? Привет, как дела? Да ничего, нормально. Куда вчера ходил? Да в магазин ходил. Ну, а ты что тут делаешь? Да вот я сижу, чай пью. Ну, давай выпьем чай. Ну, давай, ты какой чай любишь? Зеленый. Ой, а я люблю пуэр. У тебя есть? И вот идет такой диалог, блин, на этот самый, на три страницы. Особенно Тарантино вот этим диалогом киношных драматургов очень сильно испортил. Всем кажется, что вот такой диалог, это вот диалог в стиле Тарантино. На самом деле совсем нет. У Тарантино диалог всегда наполнен подтекстом. Да, вот тот диалог, который я вам сейчас сказал, да, он не наполнен подтекстом. Поэтому вот это самое такое. Еще я считаю, что это тоже ошибка, да, когда вы используете речевые аттракционы, да, условно говоря, услышали какое-то словечко прикольное у кого-то, да, и дальше это словечко вставляете куда-то, и у вас герой какой-то это словечко все время повторяет. Даже очень, скажем так, маститые и опытные драматурги это используют. Вот этот аттракцион, да, он работает один раз.
То есть один раз за всю пьесу вы как бы это сделали, это работает. А если вы это больше одного раза повторяете, все, это уже не работает. Так, понятно, но мне трудно. Здравствуйте, братья, писать трудно. Писать вообще трудно. А драматургию писать – это самая трудная работа в мире. Вы пришли учиться писать самый сложный вид текста. Конечно, трудно. Еще бы. Еще бы вам было легко. Естественно, будет трудно. Все, ребят, молодцы. Все досидели до конца. И надеюсь, что и дальше так будет. Приходите в прямой эфир обязательно. Мне очень нравится с вами работать именно в прямом эфире, когда вы реагируете на вопросы, на мои задания, да, и задаете вопросы. Это очень, очень полезно и вообще весьма обоюдно. Увидимся завтра в 12. Домашние задания выполняйте здесь, в комментариях. Дальше этот урок появится на Ютубе, на Дзене, где-то там еще в подкасте в нашем. Там тоже можно будет его слушать. Поздравляю вас с началом нашего тренинга. Еще раз напоминаю, что идет набор на онлайн-курс по написанию пьесы. Я понимаю, что вам сейчас немножко не до этого, и всю эту неделю будет не до этого, но вы как-то морально готовьтесь к тому, что надо подать заявку и откладывайте уже 69 500 тысяч и 69 500, и поступайте в мастерскую, и мы с вами в сентябре, октябре, ноябре зафигачим пьесу, и к следующему сезону, я думаю, что мы увидим череду постановок наших выпускников. Покеда!